Новостройка встречи с жильцами готов. В деревне Куликово вовсю идут работы по подготовке нового дома к эксплуатации. Строительство началось чуть меньше года назад в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилья». В понедельник в сельское поселение с комиссией приехал начальник департамента строительства и архитектуры области Максим Громов. Работой подрядчика чиновник остался доволен. В ходе работ, не будем это скрывать, возникали некие вопросы к подрядчику по технологии выполнения и по качеству. Все замечания были приняты, вовремя устранены. Ни одного вида работ здесь не выполнено с отступлениями, с нарушением от правил и норм. Счастливыми хозяевами квартир в новострое станут жители 6 аварийных домов из деревень Федосово и Ермолино. Ждать им осталось недолго. Работы подошли к своему завершению. Стены радуют глаз яркими обоями, пол застелили линолеумом, а на кухне дожидается новых жильцов газовая плита. Внешние сети также уже подведены. Осталось только проверить их работоспособность перед вводом здания в эксплуатацию. В случае выявления недочетов администрации района и сельского поселения конфликтные ситуации берут под свой контроль. Сейчас будет оформление права собственности на сельское поселение. За это время уже будет, мы пуск газа сделаем через 2 дня. Как только прогреется дом, через неделю мы будем пускать воду. И, соответственно, мы все эти недостатки выявим еще до того, как жители туда заселятся. На строительство потрачено около 24 миллионов рублей. Отмечать новоселье, заверяют чиновники, жильцы будут уже в январе 2016-го. На этой неделе комиссия с подобным визитом посетит еще 2 строящихся дома – Михалева и в Лебяжьем Луге. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.